Привет всем. Всего лишь пару сотен километров от Канарских островов, Африка, а здесь уже абсолютное лето и плюс 35. Значит, я довольно-таки закрытый человек, у меня очень немного друзей, остались самые верные, и очень многие комментаторы задают слишком личные вопросы. Мне это не совсем нравится, канал мой, и я могу это удалить, потому что, как я сказал, друзей немного, они есть, они хорошие, и раскрывать свою личную жизнь я не намерен никому. Почему? Потому что, во-первых, я не совсем сейчас дружен с журналистами пророссийских СМИ, и поэтому не параноик, но стараюсь не разглашать о себе ничего лишнего. Если появляются какие-то комментаторы или комментарии с вопросами, которые мне не нравятся, я буду просто удалять мой канал, что хочу, то и делаю. Если хотите что-то задать обо мне, какие-то вопросы, то попытайтесь добавиться в друзья на Фейсбуке, я иногда там бываю. Я посмотрю, кто вы, что вы, и тогда посмотрим. Вот как-то так. Удачи!